Сергей Плюснин в роли доблестного рыцаря бургундского Роберта. И никто не сможет сравниться с его Матильдой. Сергей Плюснин родом из Перми, учился и делал первые шаги на оперной сцене в Астрахани. Сегодня он приглашенный солист Большого театра. Сергей – настоящий лирический герой. Понимает, что тембр голоса может сам по себе покорить зрителя, но убежден, что этого мало. Поэтому всегда готов к работе. Сергей Плюснин. С Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстное, негой в ней дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все опьяняет и жжет, как вино. Она только взглянет, как молнией ранит, и пламя любви зардеет в крови. Она засмеется, пельке с ней зальется, и жемчуга прят лицо осветет. О страсти кипучей, бурной и жгучей глаза говорят и блаженству манят. Блаженству лапзаний, безумных желаний, пожатием нежным руки белоснежной, забвению горя и к счастью без мер, без конца и границ. Сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстною негой в ней дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все опьяняет и жжет, как вино. Скажите, вот вы предстали в образе рыцаря, хотя и в современном обличии. А как вы думаете, в современных мужчинах вот эта рыцарственность еще осталась? Осталось. Или она только в классике? Осталась, это однозначно. И в чем это проявляется? Интересно в цветах, узнать. В машине, в шубке. Когда сильно любишь, даришь дорогие подарки. И все. Елена Васильевна, а что вам дарили ваши поклонники? Я не могу рассказать такие вещи. Это строго интимно. Это тайна, тайна. Ну, какой-нибудь бриллиант киньте к нашим ногам. Ну, а ладно, потом... бриллианты разве они могут сравниться с любовью, с нежностью, со это страстью? Правильно. Правильно, абсолютно. Вы так знаете... что вы слышали, что сказала Примадонна? Ну, конечно, я и пошутил в самом начале. Рядом вот с баритоном, конечно, с таким, для которого, по-моему, никаких преград нет ни вверху, ни внизу, ни в середине. Тут вы не сглазите. Трудновато, трудновато вам было. И не вам было трудно, нам трудно, потому что нам приходится выбирать. Он, конечно, парень солнечный. Конечно, мои приоритеты в данной паре на стороне Сергея Плюснина. А Сергей был шикарный, блистательный, яркий. Я бы не устояла. Поэтому я хочу вот выступить так, чтобы это была ничья сегодня.